Направление «Парикмахерское искусство» в учебно-методическом центре инновационного образования «Академия» пользуется большим спросом с момента открытия. То есть с октября прошлого года квалифицированными специалистами в индустрии красоты стали несколько десятков стилистов. Сегодня экзамен сдавали слушатели курса «Парикмахер третьего разряда». Он считается основой парикмахерского образования. Девушки за 3 месяца изучили основы мужской и женской стрижек, колористики, укладок, химической завивки. Занятия ведет технолог-преподаватель парикмахерского искусства, участница международных конкурсов и обладатель международных дипломов с правом преподавания по техникам стрижек, в том числе Видал Сасун, Валентина Корягина. Девочки проходили практику на основе нашего собственного салона красоты «Академия». Курс у нас экспресс. Ученики обучаются 3 месяца. Следующая группа стартует 18 августа. Всех желающих приглашаем на обучение. Вы будете иметь возможность получить профессию, которая принесет вам дополнительный доход и научит дарить радость людям. Обучаться в Академии красоты можно с любым общим, средним, среднепрофессиональным или высшим образованием. Что же касается остальных разрядов в деле парикмахерского искусства, то их также можно пройти на базе Академии красоты. Ко всему прочему, это учебное заведение выпускает квалифицированных специалистов по профессиональной переподготовке в области юриспруденции, государственное и муниципальное управление, менеджмент в сфере физической культуры и спорта, администратор салона парикмахерских услуг, менеджер ресторана, педагогическое образование. Также учебно-методический центр «Академия» готовит современных мастеров ресторанного сервиса, обучает английскому языку взрослых и детей с 4 лет. У нас есть государственная лицензия на ведение образовательной деятельности. Мы выдаем документы установленного образца, защищенные от подделок. Учебный центр «Академия» ориентируется на профессиональные стандарты, которые уже вступили в силу. Также у нас работают опытные преподаватели, мастера производственного обучения. Мы приглашаем всех желающих пройти обучение в учебном центре «Академия». Всю информацию по курсам, семинарам и тренингам можно найти на сайте www.academiesochi.ru. Инга Габейша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.